Идет целенаправленная работа. У нас очень серьезные игры. И первая игра против команды, которая хороша в движении, которая много забивает. Против нас мы готовимся целенаправленно к этим играм. Один домашний матч только будет, а потом сразу на выезд. Вот, учитывая этот факт, какие-то будут особенности в подготовке? Ну, никаких особенностей нет. Это у нас заключительный, так скажем, матч домашний. Это пятый будет у нас на Минск. Вот, 4 мы уже сыграли, это 5-й. Ну, а дальше уже какие-то особые подготовки такого нет. Да, команду разберем, посмотрим и будем уже готовиться конкретно по эту команду «Динамо Минск». Для молодых хоккеистов, для приехавших из Тароса, есть какие-то особенные тренировочные процессы? Ну, они все с нами проходили предсезонную подготовку. Да, сейчас надо ребятам обновить немножко в памяти те тактические схемы, которые мы отрабатывали на предсезонной подготовке в течение всего сезона. Ну, ребятам это все знакомо, просто надо немножко восстановить в мышечной памяти, в голове все это надо восстановить. Поэтому каких-то особых упражнений мы не делаем. То есть мы делаем все по плану. А насколько нагрузки тяжелые сейчас для ребят? Ну, вы знаете, это нормальные нагрузки. Хорошо, ребята хорошо отдохнули, вся команда отдохнула хорошо. То есть были 3 выходных дня. Вот, и мы видим, что ребята пришли с хорошим энтузиазмом, свежие, готовые дальше продолжать и показывать хороший результат.